спортивный город, может быть, самый спортивный город не только в Сибири, но и в стране. У нас сегодня международный марафон проводился. Сейчас мы проводим спортивные, экстремальные, по сути, игры наших силачей, богатырей. Потрясающая публика, потрясающие люди, которые здесь живут. Этот город мы любим, ценим. И от своего имени, от имени Казахстана я поздравляю его с днем рождения. Силовой экстрим в Омском регионе развит очень круто. Как говорится, соревнования проходили просто в высоком уровне. Спасибо всем организаторам, болельщикам, конечно же, за то, что болели. Услышав поддержку болельщиков, у меня камень каким-то образом пошел наверх, и я выполнил то, что надо было выполнить. Праздник в честь Дня города, радуем омичей, делаем так, чтобы они занимались спортом. Даже не сомневался в рекорде, легко поставил, в принципе, был готов на большее, но этого было достаточно на этот раз, в следующий раз больше подумаю.